Ну, наверное, цензура насчет мата теоретически нужна, а практически нереально, поскольку интернет матом набит от корки до корки. Кроме того, вся эта трогательная забота о детях у меня, кроме отвращения, ничего не вызывает. Если детей надо от чего-то охранять, так это от Мизулина, от Государственной Думы и от Центрального телевидения. Потому что наше Центральное телевидение и Государственная Дума занимаются тем, что заражают людей ненавистью, безумием, идиотскими фобиями. Просто или в лучшем случае откровенно морочат им голову. Вот от всей этой шпаны политической детей надо защищать. А мат, я думаю, что дети его часто слышат дома. Кто не слышит дома, тот слышит на улице. А кто не слышит ни дома, ни на улице, едва ли будет гоняться за ним в интернете.